Когда Итро приблизился к лагерю сынов Израиля, он написал в письме, адресованном Моше. «Твой тесть Итро пришел. Пожалуйста, выйди и встреть меня. Если ты не хочешь выйти ради меня, то выйди ради твоей жены Цепоры. А если не ради нее, то ради двух ее сыновей». Итро привязал письмо к стреле и послал ее в облако славы. Хотя обычно облако отбрасывало все, это послание оно пропустило ради Моше. Дело в том, что нет связи сегодня в этом сегодняшнем состоянии, о котором мы говорим, в настоящем состоянии, между и и Муше. Оторвался Муше. Оторвался Муше, конечно. И поэтому и, и трое говорит, тут может быть будет связь, если не со мной, так с ней, если да, не да, да. с сыновьями угу. и так далее. То есть он ищет связь. Он ищет связь, запускает его в облако, это значит, что Муше находится на следующей ступени. Э, достичь его невозможно. Он не может подойти к нему. Когда в духовном говорят, что не может подойти, посылают кого-то э, э, какое-то известие или какого-то гонца там или какого-то там посредника. имеется в виду, что эти два свойства они несовместимы между собой, не понимают друг друга. Я вот не понимаю внутри меня, они э, меня разрывают на части. Я не знаю, каким образом можно работать с ними. Свойство получения эгоизма. И Тро, и его жена все-таки э, муше там находится, и его дети все-таки находятся там. Эти два свойства несовместимы. И поэтому надо здесь делать какой-то э, буфер между ними, угу. переходник, что-то соединяющее между ними. И к чему единственное он может соприкоснуться, это поднять свои желания свое послание Итру. Итро тро, к тому облаку славы или к тому непостижимому, в чем находится относительно его ступени и свойства муше. Угу. После получения торы, после уже стольких ступеней, которые они прошли, вот этот вот разрыв, который сейчас существует, он необходим. Это, Это разрыв не между про... ступенями. Между, между муше и тро, угу. потому что благодаря этому разрыву они сейчас и начинают вместе создавать связь, как вот эти эгоистические свойства, которые будут проявляться в народе Израиля, который вышел из Египта с этими эгоистическими свойствами, он их еще не исправлял, он просто сделал на них сокращение, не использует их. Угу. А сейчас, когда они начнут постепенно исправляться, то вот итро это как бы проявление тех эгоистических свойств, но в таком виде, что в них находится эта точка, которая хочет подняться до ступени Муше. Она находится в ветро, потому что 40 лет, то есть от Малхот до Бины, Муше провел у него... И закладывал, и эту, точку. закладывал эту точку. Да. И вот это и есть та стрела, которую он посылает к муже. И муже, естественно, не то, что человек не может отказаться, он видит, насколько сейчас ему это необходимо. И поэтому он и идет к нему навстречу.